Приветствую вас на моем канале, посвященном телепередачам. И всех интересует ответ на вопрос, кого же выберет холостячка? Кто же будет победителем шоу? Холостячка была замечена в машине Элларта после проекта. Это было видно по их истории. И он в этой машине, и она. Также у нее на пальце кольцо, и все думают, что они останутся вместе. По крайней мере, большинство считает, что победит Александр Эллард. А вот почему? Но давайте посмотрим на финальную картинку. Вот холостячке кто-то одевает кольцо. Она выбрала именно этого мужчину. Посмотрите, ведь это же затылок Элларта. Еще одно доказательство, что победит Александр Эллард. Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч!